Турнир по бальным танцам пройдет в этом году уже пятый раз. Новоуральск готовится принять гостей из городов Свердловской области и не только. Асбест, Каменский-Уральский, Артемовский, Красноуфимск, Пермь, Октябрьский, Краснокамск, Майский, Нижний Тагил, Челябинск и Екатеринбург. Некоторые коллективы окажутся в нашем городе впервые. Говоря о Новоуральске, подготовка к конкурсу идет полным ходом. Уже, так скажем, подходит к заключению эта вся подготовка, потому что она длилась как бы достаточно длительное время. В этот раз мы выставляем три возрастные группы. Это дети, это тот возраст, который вы видите. Мы выставляем один восстановленный танец «Толярус», который мы сейчас вот как раз репетируем. Будет латиноамериканский номер «Джексон Стайл». И еще один номер «Цветы садовника». Это стилизованный такой номер с трансформацией костюмов. Приезжает самое большое количество городов, которые когда-либо к нам приезжало. Подобных соревнований не так много, как хотелось бы. Ведь бальный танец – это достаточно красивое зрелище. Юные танцоры усиленно готовятся к турниру и с нетерпением ждут конкурс. У нас уже с парой три кубка. Три вторых места. Я чувствую, то, что я всех выиграю, я займу первое место. Здесь можно учиться красивой осанке, очень как бы развивать тело. Здесь интересно, разные ансамбли, конкурсы, чтобы повидать разные города, съездить. Мне очень хочется поучаствовать в нем. Прям есть какое-то хотение к нему. А почему бы ты выбрала именно бальные танцы? Ну, потому что в них интересно, осанка будет ровная. Я занимаюсь бальными танцами, потому что танцы – это спорт, спорт – это движение, движение – это жизнь. Были разные турниры, было очень много, тем более кубков. К примеру, у меня сейчас 7 кубков. Я уже привык, никаких волнений нет. Самое главное – быть уверенным и думать о том, что ты победишь и получишь первое место. Пятый межрегиональный конкурс ансамблей бального танца состоится уже 30 апреля. С боевым настроем танцоры готовятся показать, на что способны. Зрителей ждет большая программа участников из разных городов страны. На арене концертно-спортивного комплекса свои умения покажут 23 коллектива. Елена Мельникова, Иван Вахмяков. Объектив «Итоги».